Здравствуйте! Всеми любимая пятница на календаре. Пришло время подумать о выходных. Как провести их ярко и с пользой? Ответ в нашей афише. В выходные актеры театра «Самарская площадь» приглашают вас на спектакль с богатым названием «Олигарх». Купец, почетный гражданин Ахов, начинает сватовство к молоденькой девушке из сильно обедневшей купеческой семьи. Шорох денег и власть жениха производят на девушку просто магическое действие. Да тут еще и мама помогает с выбором. В спектакле очень много комических сцен. Очень актуально звучит тема продажи «Все и вся за деньги». 17 и 18 октября в театре «Самарская площадь». Юных ценителей театрального искусства ждут в это воскресенье в Театре кукол. На сцене спектакль «Little Mouse» или «Сказка про полевую мышку, которая хотела стать настоящей леди». Постановка по мотивам английской сказки, сюжет которой напоминает известное стихотворение Самуила Маршака «Сказка о глупом мышонке». Только героиня этой истории – простая, глупенькая полевая мышка, мисс Маус, вознамерилась выйти замуж за настоящего благородного джентльмена. Исполнится ли девичьи мечты? Узнаете, если заглянете в Театр кукол 18 октября. Если в эти осенние, не теплые деньки вы ни под каким предлогом не хотите выходить из дома, не ругайте себя. И ваши выходные будут яркими. Главное провести их вместе с телеканалом «Самара ГИС». Мы заготовили для вас очень много интересного. В это воскресенье вы сможете виртуально побывать на концерте Игоря Николаева. В программе прозвучат лучшие и новые песни. Игорь Николаев начал свою сольную карьеру исполнителя в 1986 году. Сегодня он заслуженный деятель искусств, один из лучших авторов песен на российской эстраде, композитор, поэт, певец. Его песни трогают душу. Устройте себе музыкальный душевный вечер. Смотрите концерт Игоря Николаева 18 октября в 19:00 на телеканале «Самара ГИС». На сегодня это все. С вами была Юлия Север. Увидимся в рубрике «Афиша» в следующую пятницу. Вам насыщенных выходных. Пока-пока.